спонсор сегодняшнего выпуска – канадская фирма спортивного питания ANS. Используйте ее, и будет вам сила, масса и рельеф. Сегодня специальное видео, я никогда такого не делал раньше, для всех подписчиков и конкретно для одной девочки из города Ессентуки. Сегодня мы поговорим о гак-приседах. Девушку зовут Дарья Мария. Она попросила меня сделать это видео, потому что тренер ее всячески обтирает, по-другому не скажу, унижает. Говорит, что она делает упражнение зря, что это беспонтовое упражнение. Я хочу сказать, что тренер либо глуп, либо не хочет тратить время на своих подопечных. Скорее всего, и то, и другое. Гак-приседы – это шикарнейшее упражнение. И сегодня мы с вами поймем, почему. Когда мы говорим о гак-приседаниях, 90% людей, особенно современной молодежи, думают о гак-тренажере. Но это неправильно. Многие думают о приседании в машине Смита с выведенными вперед ногами. Это тоже не совсем правильно. Настоящие гак-приседания придумал наш с вами соотечественник Гакеншмидт. Отсюда и название упражнения. Потом уже стали появляться машины, разновидности этого движения. И, естественно, они получили название от фамилии человека, который придумал данный вид приседаний. Как же делать правильно и... Что такое настоящие гак-приседания? Смотрим. Мария, привет! Надеюсь, тебе понравилось данное видео. Покажи его своему тренеру и скажи, что не нужно никогда, в первую очередь, оскорблять людей. Нужно развиваться, получать знания и делиться этими знаниями с людьми. Иначе в чем вообще смысл всего этого действия? Итак, друзья, гак-приседы. Неважно, где бы вы их делали, в тренажере, для гак-приседаний, в машине Смита, либо, как я вам показал, как делаются настоящие гак-приседания, которые были изобретены изначально. В первую очередь это воздействует, конечно, на квадрицепсы. Бицепсы бедер и ягодиц работают, как и при любых приседах, но с меньшей нагрузкой. Поэтому, Мария, твой инструктор, возможно, и прав, когда говорит, что не нужно тебе делать это упражнение, если у тебя перекачаны, даже не то слово, если квадрицепсы, передняя часть ноги преобладает над задней. А у девушек, к сожалению, это у всех. Кто только начинает тренироваться, даже у тренированных во многом. Такая степень переразвития очень опасна для коленного сустава. И в первую очередь у вас у всех болят коленки, именно потому что бицепс бедра слабее и меньше квадрицепса. Но если твой тренер говорит, что тебе лучше делать разгибание ног, то тогда он не понимает, о чем говорит. Потому что разгибание ног гораздо вреднее приседаний любых, жимов ногами. Почему? Кому интересно, может почитать об этом в интернете, найдет наверняка исследование. Все очень просто. Когда наша стопа не имеет
опору, когда нога не давит на стопу и выполняет какие-то разгибания, нагрузка на коленный сустав увеличивается в разы. Поэтому, если вы, девчонки, выбираете между разгибанием и любым видом приседаний, останавливайтесь на приседах. Приседы будут развивать при грамотной технике бицепс бедра, ягодичную мышцу и, естественно, воздействовать на квадрицепс. Честно говоря, я не соревнующимся спортсменкам вообще не даю разгибания ног. Только когда мы делаем медленные мышечные волокна, тренируем окислительные мышечные волокна. Обращайте на это особое внимание. А сами по себе гак-приседы в этом варианте, в изначальном варианте, шикарнейшее упражнение. Это хороший выход для тех, у кого какие-то проблемы со здоровьем, с позвоночником, кто не может держать вес на плечах из-за травмы, неважно какой. Всегда думайте головой, смотрите на свои тренировки через призму сохранения и улучшения вашего здоровья. Тогда и результат будет налицо. И он будет не кратковременным, а постоянным, продолжительным. Чего вам всем и желаю. Здоровья, позитива, хороших, грамотных тренировок. Не забывайте, друзья, что у меня есть группа, закрытая группа, специально для тех, кто не хочет тратить свое время на изучение методологии, методики, теории, кто хочет получать качественные, грамотные тренировки. В группе расписаны тренировки на каждую новую неделю по принципу периодизации на каждый тип мышечных волокон. На окислительные, на гликолитические, на промежуточные. Также расписаны все тренировки на силу. На силу как минимум 5 тренировок. Медленно окислительные мышечные волокна тоже имеют несколько разновидностей тренировок. Также мы будем с вами тренировать выносливость. Не забывайте подписываться, но помните, что подписка стоит денег, так как это большая работа. Но сейчас акция, за $150 вы можете вступить в эту группу пожизненно и получать классные, грамотные тренировки, получать хороший результат. Причем тренировки расписаны отдельно для девочек, отдельно для мальчиков. Если вы муж и жена или просто пара, можете сэкономить, вступить только одним человеком в нашу группу. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!